Здравствуйте, ребята! Сегодня к вам пришел Марио, папа Марио и Павлик, который любит ковыряться в носу. Любишь ковыряться в носу? И Павлик Марио, смотрите. Здоровайся. Здоровайся. Ты баловаться будешь? Привет, ребят. Рисуем сегодня кого? Эвереста. Щенка Эвереста. Ты говори громко, тебя плохо слышно. Рисуем. Бери фломастер. Это я просто не подушка говорю. Подушка. Где же у ребят ушко-то? Давай рисовать Эвереста. Смотри, как мы рисуем Эвереста. А где ребята-то? Ребята, с другой стороны, они смотрят нас с той стороны. А мы сегодня рисуем Эвереста. Давайте так, нарисуем ему голову, Павлик. Смотри на мой рисунок. И что получится? Что получится, когда я рисую? Смотри, я рисую голову Эвереста. Вот так вот. И вау, 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 вау. Видишь, вот так вот. Здесь три таких. Здесь два таких. И здесь два таких. Видишь? Повторяй. Может, ты мне помогаешь? Нет, я тебе не буду помогать. Я хочу, чтобы ты сам рисовал. И чтобы ребята учились рисовать тоже с тобой. Давай, повторяй. А в руку. Потом, давай. Смотри, вот отсюда, начни вот отсюда. И раз, два, теперь подбородку. А теперь с этой стороны два таких у него. Не, ну как ты нарисовал? Ну смотри, вот так раз, два. А здесь носик. А здесь улыбочка. А здесь глазки, зрачки. У него даже есть, видишь? Бровки, ты мой реснички. Там закрыл. Я? Ничего страшного. Смотри, и шапочку нарисовать можно. И шапочку. И ушки. Вот так вот. И шапочку закончить. Все, закончили. Теперь нарисуем нашему Эвересту медаль или значок. Это называется значок Эвереста, да? Он спасатель. Спасатель? Да. Спасатель. Нарисуем воротничок. Он живет на севере, и ему нужно носить теплую курточку. Курточку. Рисовать нужно его, конечно, трудно. Нужно постараться, и, конечно же, трудно повторить. Вот так вот еще одну лапку нарисуем. Получается у нас Эверест. И у нас голубой цвет. Голубой цвет. Ты уже закончил и хочешь раскрасить? А? У нас есть голубой цвет, Павлик. Вот быстрее оно. Давайте. Да быстрее давайте, быстрее. Еще нарисуем ему хвостик. И, наверное, уже все. Вот так можно раскрасить нашу елку. Елку здесь мне надо нарисовать сегодня. Что? Елку. Елку? Ты рисуешь елку вместо Эвереста? Что-то у тебя такой рисунок получается. У нас Эверест получился, у меня получился. У Павлика еще нет. Но я надеюсь, у него тоже что-то получится. Так, теперь надо его раскрасить. Раскрашивать его разноцветным. Возьмем зеленый, холодный зеленый. Я могу пальчиком рисовать. Рисуй. Нарисуй елку зеленую. То возьми лучше мелок и раскрась елку свою зеленую. Смотрите, здесь нарисуем. Курточка такая зелено-холодная. У него зеленая холодная курточка. Оранжевые полосочки на этой курточке. Нарисуем оранжевые полосочки. Здесь. Пап, я на твоем канале буду всегда рисовать пальчиками. Нет, не только пальчиками. Мы всяко по-разному рисуем на канале. Мне кажется, Эверест это может быть даже девочка. Согласен? Вот уж очень похожа. Похожа она на хочешь девочку. Хочешь пальчиками рисовать? Нет, я не хочу пальчиками рисовать. Я хочу рисовать Эвереста фиолетовым цветом. Она. Мне кажется, это все-таки девочка, да? Тебе не кажется так, Павлик? Может, так. Похоже. По цвету, да? Мальчик фиолетовый, может, и не бывает. Хотя, не знаю, может, собак вообще нету фиолетовых таких, да? Согласись, я фиолетовых собак на улице не видел. Бывают фиолетовые собаки? Павлик, как ты думаешь, бывают фиолетовые собаки? Думаю, что нет. Я тоже думаю, что не бывает. Ну вот у нас такой Эверест получается.
Я надеюсь, ребят, вы тоже нарисуете что-нибудь. Павлик, я смотрю, сегодня сдрейфил и не стал рисовать, хотя очень требовал, чтобы мы нарисовали именно Эвереста. А сейчас рисует, что попало, да? Ну, у нас бывало такое, когда он рисовал, что попало, а потом что-то получалось хорошее. У Эвереста голубые глазки, серо-голубые. У меня такая быстрая. Черный носик. Точечки. Новая Эверест. Да. Новый взгляд на Эвереста, да? Ты любишь щенячий патруль? Кстати, скоро появятся новые серии сегодня, да? И мы ждем новые серии щенячьего патруля. Будем его глазеть с утра до вечера смотреть. Мы любим щенячий патруль, но не так часто смотрим мультики, как бы нам хотелось, да? Мы бы хотели с утра до вечера смотреть. Ну что, я закончил, Павлик. И что я думаю, давай посмотрим, что у тебя получилось, что у меня. Вдруг у тебя что хорошее. У тебя получился другой Эверест, да? А у меня такой Эверест, ну, такой, немножко похож, как в мультике. Немножко, да? Ой. Немножко похож, Павлик? Я сейчас свалю на книжки. Я тебя буду держать за попку. Ладно, ребят, рисуйте, учитесь. Иногда берете сложные рисунки, и у вас не получается. Вы не переживайте, берите полегче. И до новых встреч. Пока-пока.